Фильм «Участник Каннского кинофестиваля». Привет, детка! Ты опять взялся за старое? Подумай о дочери. Папа, смотри! Эй, Джен, не бойся, это мои друзья. Я люблю тебя, крошка. Ради тебя я готов на все. Пап, кем ты работаешь? Я работаю ради вас. Твой отец лжец. Мама говорит, что ты мошенник и грабитель. Я хочу поступить на журналистику. Какая специализация? Финансовые расследования. Почему вы солгали в анкете? Кинулись как бешеные псы, но ты же моя дочь! Джон Кубель реализовал фальшивые деньги на сумму в 22 миллиона долларов. Это крупнейшая афера в истории США. Пока я жив, я буду бороться и порву весь мир за тебя! Фальшивомонетчик. В кино с 11 ноября.